И всем привет! Это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру Until Dawn. Дожить до рассвета. Майк, Эш, слава богу. Почему так долго? Все очень плохо. Эш, скорее, нам надо спуститься в подвал. Прости. Эш, какой кошмар. Угу. Может, да ты присядешь? Да я в порядке, Сэм. Ладно, ладно. А тот мужик куда делся? Не видел. Стой! Не двигайся. Твою мать! Какого хрена? Что ты ищешь? Другой выход. Майк, слушай, ключа от фуникулера нет. Джош. Его забрал Джош. Что это такое? Может, он забрал Джоша в шахту? Эм, что это? А? Ты слишком опасна, Эмили! Стой! Нет, я не могу. Господи. Ты правильно сделал. Следите за ней. Я скоро вернусь. Карма. 2 часа до рассвета всего осталось-то. Дожить надо нам, дожить. Так, так, так. Майк пошел в лечебницу. Так, ну-ка давай-ка закроем за собой дверь. Чтоб никто не сожрал. И двигаемся вперед. Я надеюсь, эти твари не будут выпрыгивать из-за угла и пугать меня. Эй, кто-нибудь здесь есть? Слава богу, что никого нет. А подожди, мы же здесь ходили вроде бы. Мы же здесь были. А кем мы здесь бегали, я уже не помню. По-моему, здесь или за Криса, или за девчонку. Я уже прям вот подзабыл. Ладно. Напишите в комментах, ребята, за кого я здесь играл и уже ходил по этим территориям. Во. Ну, это мы находили, по-моему, картина там. Дай-ка посмотрю. А, это шахтеры. 12 шахтеров, короче. Ладно, все это мы смотрели. Но надо обыскать здесь эти помещения, потому что так надо, идем и все обыскиваем. И где-то тут псина еще была, но псину в тот раз прикармливали, а сейчас я не знаю, как это получится. Куда делись волки? Никто не знает, куда они свалили. Ну и слава богу, зачем они здесь нам нужны? Давай, давай. Вот туда наверх, наверное, надо. По развалинам идем. Ладно, хоть фонарик есть. Эй, тварюги, вы где? Ладно. Идем и ищем. Вниз, прыгаем, только аккуратно надо. А что он там увидел? Я уже не понял, что он там увидел. Ну просто дверь можем потом открыть, здесь выйти. Видал что? Это очень хорошо, ружьишко. Ружьишко, возьмем. Теперь найти виллы и собрать толпу. Так, это оставь. Ты что палку взял? Бери ружье. А, надо фонарь зажечь, давай. То есть факел зажжем. Фонарь забираю, это все равно пригодится еще все нам. Только его забыл выключить, чувак.
Ружье обязательно, и патронов надо все, все патроны собирай. Годится. Конечно, годится, нифига себе. Двустволочка. Так, а патроны-то забери. Нельзя, да? Ну ладно. Все, выходим. Так, а куда теперь? Я по кругу прошел. Давай сюда надо, наверное, сходить. Сейчас осмотримся, и все нормально будет. Так, это там шкатулка или картина, не помню, что там лежит. А, это сигара, сигара. Оставляй, не надо нам курить тут. Некогда. Итак, продолжаем наши движения. Ну-ка, пошли, вон там дверь. Посмотрим, откроем. Заходи. Два часа всего до рассвета осталось-то уже вон на улице. Кажется, светать начинает. А нет, показалось. Темно еще. А что за крест? Ну-ка, давай почитаем. Фига себе. Адам Уайт. 52-й год смерти, получается. Эвелин Дэниелс, тоже 52-й. Это шахтеры, что ли? Чарльз Миллер. И все в один день, 24 февраля. Так, ладно, с этим понятно, почитали. А куда дальше идти? Ну-ка, иди прогуляйся. И все, что ли, обратное надо? Не, я что-то не понял, а куда тогда? Давай искать. Заходи. Заходи, братишка, гостем будешь. Так, выискиваем, куда идти. Ну-ка вот здесь зацени, что там лежит. Тотем. Этот мы еще не смотрели. Ай-яй-яй-яй, зверюга напала. Тотем опасности. Он сглотнул так. Все, надо держаться. Вместе что ли было? Почему я один поперся-то вообще? Ну почему один, как всегда? Так, куда выходить? Сюда, сюда пойдем. Не, а, мы можем, наверное, назад еще вернуться. Но для чего? Больше вариантов нету. Давай назад попробуем возвращаться. Я, получается, сходил. Мне, в принципе-то, надо было ружье взять, да? Там я засов закрыл. И можно, наверное, сейчас открыть и выйти. Ну-ка, давай, иди. Здесь тоже вроде бы все обошли. Ну давай, спускайся, что тормозим. Теперь есть ружье. Поэтому мы девчонок сможем защитить. Взял факел, ружье и пошел к ним. В принципе, наверное, так и должно быть. Что там бродить-то еще? Ща вернемся и всех спасем. А я шел без факела, здесь, ну, не видно было, что тут кровище-то. Или что это, ржавчина там, непонятно. Давай, открывай. В смысле нет? А куда тогда идти? Я что-то вообще не догоняю. Пошли опять искать. Так, ладно, назад не вернуться. Факел взял, фонарик в кармане. Ружье как-никак с собой есть. Ну
Ну давай, надо тогда вообще все тщательно изыскать здесь, посмотреть, что, куда можно сходить еще. В этом помещении точно бо... А, подожди, вон же, вон туда надо идти. Вот здесь пролезть, наверное, можно, или что, я не вижу отсюда. Ай, показалось опять, я думал, вот здесь ход. Так, ладно, выходим. Майк, ну ты же умный, давай выход найди уже, куда нам надо двигаться-то. Давай полазим здесь тогда еще. Тот раз я обошел с правой стороны. Вот тут я обошел. Теперь надо там слева поискать. А слева ничего тут нету. Стоп, а вон там что? Как мне туда пройти? Тут завалено как будто все. Ладно, выходим сюда. Ну-ка, подойди-ка. Ничего интересного. Здесь тоже. Не, ну значит, там надо как-то искать. Я так и не понял. Так, здесь мы залезли. Забрали все, там спрыгнули. Вот это что? Сюда мы заходили тоже, по-моему. Да, все прошли здесь. Ну все, карта там, шахтеры, фотография. Это нам ничего не дает особо. Пошли дальше. А, подожди, вот здесь же собака где-то была. Волчара это. Может, и найдем тут выход? Не, никак. А что сделать-то, я не понимаю. Эта дверь закрыта. Да, закрыто же, все закрыто, здесь ничего не сделать. Ружьем-то тоже я сам не могу стрелять, он только, он распоряжается только патронами. Ну куда идти-то, ребята, блин, что творится? Слушай, а вот дверь какая-то, смотри, а вот так издалека не было взаимодействия-то с ней. Вот и все, блин, надо в дверь было идти всего лишь. Капец вообще, ходил-бродил. Ладно. Ладно. Так, а чё, почему не стреляет? А вот и собаки. Так, давай-ка с волками надо аккуратно. А, это он же их и прикармливал в тот раз. Рад меня видеть, да? Привет. Я тебе очень рад. Пожрать принес, нет? Ну ты хороший. Ладно, друг. Пошли со мной. Ну, значит так. Я посмотрел на карту и знаю, куда идти. Вот здесь должен быть проход в шахту через психиатрическое отделение. Думаешь, найдем? Ты абсолютно прав. Молодец. Так, ладно, у меня защитник теперь есть. Пойдем, волчара, пошли. Ну, я ходил, бродил вообще, конечно, долго там в этом здании. Ладно, хотя бы нашел, где выход. Так, что здесь у нас? Ну-ка, подвинься. Господи. Ладно, дружок, успокойся. Психиатрическая лечебница, здесь все в решетках. Я так не могу, волчок. Похоже, я тут застрял.
Ну-ка посмотри, может еще патронов надо взять, потому что пальнул в замок. Уже потратил, считай, пот... ну вот, рычаг. Уже патронов потратил. Была, так. Не была. Посмотрим, что будет. Закрыли все. А, нет. Можно пролезть. Эх. Видал? Кое-что я могу. А, дружок? Так, дружок. Пирожок. Спускаемся вниз. Ну-ка, подожди, вот здесь что-то есть. Отчет врача. Автор отчета. Каткарт. Первичный отчет. Пациенты поступили в медцентр Блэквуда 5 дней назад. За это время мы провели несколько физиологических и психологических тестов. Результаты просто ошеломительные. Они не соответствуют большинству наших прогнозов. Обнаруженные симптомы. Бледность, диспигментация кожи, острая нехватка витамина D, социальная дисфункция, период посттравматической адаптации длиннее обычного, поведения при общении, эксцентрическая, агрессия по отношению к санитарам. 3 попытки нападения, 1 попытка применить ногти. Ожидаемые, но не обнаруженные симптомы. Истощение цинга. Отклонение среднего индекса массы тела от нормы составило всего 3%, а они должны были вообще умереть. Обморожение, реакция пациентов на стимулы в пределах нормы. 130-410 мс. На обороте. Хрупкость, слабость, увеличение большеберцовых, малоберцовых и плечевых костей. В среднем плюс 2,5 сантиметра. Необычное увеличение мышечной силы. Один пациент поднимал вес в 326 килограмм. Предлагаемые действия. Поместить под тщательное наблюдение. Настоятельно рекомендовано ограничение свободы. Увеличить штат с 1 до 3 санитаров. Круглосуточное наблюдение. Вот так вот. У них и кости увеличились, и вообще сила увеличилась. Все увеличилось. Вот тут они были. Ну же скач, в общем, с такими вообще лучше не связываться. Так, погоди, А кто его сюда повесил-то? Растерзали, повесили, нифига себе. Так, ладно. Что же я тут ввязался? Ну-ка, волчок, ты куда пошел? Подожди, можно взаимодействовать, что там есть? Кошмар. Смотреть противно. Все, делать тут нечего больше, пошли. Дружок, подожди меня. Будем звать его дружок. Все в решетках. Избежать им было некуда, поэтому. Так, он там рычит или нет, мне показалось. Ну-ка, выходи. И куда мы вышли, подожди. Куда идти, туда или сюда? Ну давай сюда пошли. Вот еще комната. Здесь фильмы можно посмотреть. Ну-ка давай-ка кассетку поставим. Заводи. Ну, заводи.
Ладно, хоть электричество есть. Так, а что его там измеряют что-то? Вылез. Развязался. А, нифига, еще и пополз. Медсестра не поняла, где он. Так что здесь такое происходит? Старая кинопленка. Ладно, посмотрели. Ну все, выходим. В этой комнате больше ничего. Где собака моя? Эй, волчок. А откуда свет? Подожди, там свет. Что там? Рассвета же еще нету, поэтому, ну, не должно там света быть, по идее. Что там светится? Там кто-то сидит. Охренеть. Да кто он такой? Скелет. Так, ну-ка. Дай-ка, старичок, это мне надо. А как тут, ну блин, как он сидит тут так? Отдыхает. Предсмертная записка, подожди, ну я не прочитал ее, дай-ка. Возьми еще раз. Тем, кого это... Тем, кого это может касаться, ну-ка поверни. Они умирают там снаружи, я слышу их вопли и плач. Все, что останется после меня, это ад. Божья кара за мои ошибки. От судьбы не уйдешь, меня уже поджидает смерть. Джефферсон Брэг. Это Джефферсон Брэг. Ладно, чувак, давай пока. Все. Ну, мы зашли, а что здесь больше-то ничего интересного? Ну, сидит, лежит чувак, то есть сидит. Почитали его записку предсмертную. Делать нефиг тут больше. Пошли. А куда тогда идти? А, ну там коридор еще был. Сейчас пройдем. По коридору, только в другую сторону. Вот здесь что-то есть. Ну-ка. Давай почитаем. Блэквуд санаториум. Лечебница Блэквуд. Медицинский осмотр пациентов. Пациент номер 9. Прогрессирование гиперостоза. Гиперостоза. Конфиденциальная информация. И что там? Это что за чувак? Четвертый день. Эпидермальная диспигментация. Ожидаемая реакция после долгого пребывания под землей. Сильное искривление в области груди. Посттравматический кифоз. Дистрофия, точнее, и помутнение роговицы. Острота зрения. 20 из 160. Так они не видят нифига, получается. Ну, дальше. Дальше листаем. Ого, красавчик какой. Девятый день. 14 января. Хронический кифоз. Рубцовая алопеция. Сильнейшая перфорация носовой перегородки. Эктодермальная дисплазия. Заострение зубов происходит. Ага, читаем. Ой-ой-ой, еще страшнее становится. 12-й день. Охренеть. Телогеновая алопеция. Длина клыка в верхней челюсти 1,12. Отек роговицы сохраняется, но острота зрения теперь 20 из 22. Так, не понял. Короче, ладно. Уплотнение эпидермиса. Роговой слой плюс 1,5. Так, ладно. Все? Ну все, это мы почитали, полистали. Короче, он меняется просто со временем. И причем очень быстро. Там буквально за неделю. За неделю-две, и он вот таким монстром становится. Пошли дальше. Там впереди есть коридор, в котором мы еще
не все прошарили, мы вон там не были. Дальше. Еще побыстрее бы ходил, было бы вообще красота. Мы, по-моему, вот отсюда вышли с этой комнаты. Вот, а теперь идем сюда. Ну-ка, дружок, что там? Ай-яй-яй-яй-яй, они там лазят где-то у меня уже. Видал тень, да? Вообще, все. Началось. Они меня выпалили. Все, все, сейчас придут ко мне. Ну ладно, хоть у меня есть волк. Он меня спасет по-любому. Так, заходим. Тихо, тихо, тихо. Че, стрельнуть? Ай, там крыса была просто. Ай! Ё-моё, ты че? Попади в него. Ну давай. Есть. Отлетел. Получай, мразь. Вот так-то. Так, ну это фигня, это его не остановит. Идти налево. Давай налево пошли. Черт, черт, черт. Закрывай. А, еще и факел потух. Ну ладно, фонарик же есть. Включай фонарик. Есть. Все, закрыли вход. Ты че нафиг ты подошел так близко? Он сюда может залезть, мне кажется. Есть, 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 давай. Бамс. Так, ладно. Ну, закрывай, быстрей, да быстрей закрывай, что стоишь-то? А, уже и собака здесь прибежала, молодец. Волчок. Это еще что? Еще один. Они, в принципе, плохо видят. Но если будешь двигаться, они тебя впалят сразу. Ай, припалил. Да? Все, не двигаться, не двигаться, сидим тихо. Ё-моё, ну не, нет, 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 вот так, да. Бутылка. Ай. Ты. Лови бутылку, все, повезло. Давай, иди отсюда, нафиг ты. Вот, все, уходи. С тобой еще связываться. Так, тихонечко выходим. Ладно. Ну, давай, сволочь. Не, но он нас может все равно еще услышать там. Прибежать за нами, поэтому надо остерегаться. Страшновато ему становится уже. Так. Черт. Какого... Да не дрейф ты, ладно, все нормально. Че, пальнем в него? И там сколько патронов-то у нас? Бам! Надоел ты мне уже, придурок. Так, все, побежали, надо быстрее идти. Я, конечно, так медленно ходишь, тебя сожрут уже нафиг. Ай! Вот это, кстати, где-то было в какой-то подсказке уже. Вон они в клетках просто. По очереди! Меня хватит на всех! Ай! Я же нажал! На, получай! Хватит на всех, у тебя сколько там патронов-то? Ладно. Где собака? Еще, еще, осторожно, вот здесь, с этой стороны. Ай, вот это было жестко. На, получай. Охренеть. Вот тебе охренеть, он привязан хотя бы, ладно, был. Нет. Цепью прикол. Вот. А, я не успел, все, помогите. О, вот так могу еще попасть. На, хотя бы так, ладно. А, он сыпанул, прикинь, когтями. Еще один дурачок идет.
Так, что делать будем? Быстрее в дверь туда, ломись, открывай быстрее, жестко. Он сейчас нас может прессануть. Смотри, какой красавчик, он прыгает очень быстро. На! Все, спать! Ну, давай. Бочку толкай. Вон и сколько там. Сейчас главное по бочке попасть, наверное, толкай, ногой пинай. И по бочке стрельнем. Ну, пацаны, все. Вот так сделаем. Бам, меня аж отнесло. Теперь надо в дверь быстрее. Черт! Закрывай. Закрывай, говорю. Так, ладно, куда мы попали? А где собака? Без собаки уже страшновато ходить здесь. Ну хотя, а что она с ними сделает-то? Она же просто от удара от одного может на тот свет отправиться. Так. Куда-то наверх. Хорошо, выходим. Надеюсь, их тут нету тоже, потому что они везде лазили. И сколько их много, реально много. Даже ружье не справляется с ними. Не помогает. А ладно, еще хоть бочку шарахнул, там нормально получилось. Идем вперед. Хоть быстрее стал ходить, а тут медленный, как этот. Опа! Еще один. Дверь. Ну-ка, дверь откроется, нет? Нет, сюда нельзя. Еще один где-то сверху лазит. Ладно, пускай, только вылези, блин, я тебя устрою. Я тебе покажу сейчас, кто здесь главный. Вон он. Нет, это просто тряпка была. Я думал, уже кто-то на меня лезет. Вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, какой же ты красавчик. А что мне делать-то? Хорошо, я убегаю, стрелять. Быстрее, заходи. Закрывай. Есть. Так он отстрелил там, по-моему, замок. Баррикаду надо. Баррикаду давай. Забаррикадируем сейчас. Потом бежать. Вот теперь можно бежать. Дружок. Иди сюда. Давай, прыгай. Блин, его сожрут сейчас. Мы с тобой еще увидимся. Ладно, увидимся потом. Надеюсь, он выживет. Давай. Так, куда? Дверь. Ай-яй-яй, ты чё от меня не отстанешь-то, а? Страшилюгина. Куда? Давай по нему. А еще куда он? По бочкам, что ли? Куда? А, их несколько. Ё-моё, давай по бочкам. Даже не попал по бочкам. Да как так-то, а? Я же по-любому жив, да? Не, надо было по бочке стрелять. А чё? Почему так? Я вроде прицелился, да не туда. Сейчас девчонки ещё сюда придут. Давай, какой коридор длинный. Еще показывают сверху там где-то над трубами, над ржавыми. Все тут проржавело. Ну давай, открывай. Помочь? Черт, наверное, Майк за собой закрыл. Придется искать другой вход. Вот другой вход, смотри. Сюда?
Может, попробуем? Ну, другого выбора у нас, похоже, нет. Конечно, попробуем. Боже. Честно говоря, мне совершенно не хочется туда лезть. Надо. Ну, кто первый? После вас. Неплохо. По этому тоннелю можно пройти в лечебницу? Конечно. Куда еще, по-твоему? Давайте, давайте, все лезьте. Эй, люк надо закрыть, да? А? Ну а вдруг нас преследуют? Да, ладно, закрывай и пошли скорее. Ты тогда догоняй, ладно? Ага. Давай, быстрее закрывай, пока никто не пришел. Все, и за ними быстро вниз. Какие-то они вот медлительные все, вот, если честно. Надо все быстро делать здесь, в таких условиях. Вот где они уже ушли без нее опять куда-то? Нафига так быстро уходить? А если ее кто-нибудь сожрет тут одну? И даже не слышно, их умотали, и все. Спокойные такие, блин. Вон уже помогите, кричат. Все. Кто там? Слышишь? Джессика? Это ты? Так, выяснить, догнать. А что выяснить? Это невозможно. Может быть, надо было за девчонками идти? Чё, вот... Тут кто-то кричит. Джессика, это ты? Может, ну нет, я, наверное, зря сюда пошел. Ну, уже все, поздняк. Выбор сделан. Кто кричит? Так, все ближе и ближе этот звук. А кто долбится-то? Не, ну кто-то кричал прям, женский голос как будто. Так, 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 давай. Кто же это? Заходи, чё не идёшь-то? Вот. Наконец-то, я уже думала, не выберусь. Слава богу. Ладно, хоть встретились, да. Можно было их догнать, в принципе. Вон, смотри. О, прекрасно. Лестница. Но я выбрал тот путь. Туда не забраться. Нет, мне кажется, у меня получится. Это как скалодром. Дальше я одна. Встретимся потом в доме, я пойду за Майком. Удачи. В смысле, что они опять разделяются все? Все одни какие-то, крутые такие. Я одна дальше. Все, и пошла, блин. Ну, давай. А что это нам показывают? Для чего? Что, а вот сейчас она там пойдет бродить, да? По этой шахте. Чпокс. Ха, офигеть. Это Джош. Сэм, шахты. Так, 5:35. Перепрыгнуть, лезть.
Давай-ка, давай куда? Давай полезем выше. Так, аккуратно. Давай, молодец. Выступ, лезь в обход. Давай на выступ. Да надо было уже в обход тогда. Или как, что делать-то? Опа, очки. Ай, мимо. А в итоге что я, получается, как будто... как будто тот выбор. Давай еще раз. Нет, давай правда залезем уже. В принципе, ничего сложного. Главное вовремя и быстро нажимать это все дело. Выступ. Так. Здесь, вот здесь я в тот раз про это... профуфлыжил. Так. Не ту, опять. Не, ладно, давай, раз мы начали, давай-ка это добьем дело все. Полезли. Раз. Не та, опять. Так, треугольник, ноль, потом квадрат, по-моему. Не, я хочу залезть. Ноль. Давай. Есть. Есть. Вот в тот раз уступ, лезть в обход. Нифига себе, так она же может, если шлепнется, так вообще будет ей больно. Ну-ну-ну, давай, чуть-чуть прям осталось. Молодец. Ты победила. Че она вообще тут делает? Вот лазит где-то. Ну-ка, подожди. Спрыгнуть. Да не надо было мне прыгать. Я еще там не посмотрел. Вернись обратно, можешь залезть? Ну все, поздняк тогда, ладно. Я думал, блестит тотем, что ли. Ну, получилось не тотем, просто спрыгнул. Почему одна пошла, вообще непонятно. Ну надо вместе как-то держаться. Ну чё вы? Типичные американские фильмы. Чем все это дело закончится, интересно? Кто-нибудь сейчас выпрыгнет по-любому на нее. Бесстрашная вообще, просто. Ай. Что это за скример был такой? Так. Вот так. Давай. Лопата хотя бы есть. И лопату не выкидывай, с собой забери ее. Молодец вообще, нормально пробивается, идет вперед. Давай посмотрим, кто там за этой дверью. Где вообще я? Это выход на улицу. Хорошо. Так дом. Ну-ка. Куда теперь-то? Ну, пошли здесь, подойдем поближе. Ну и что, тут все закрыто, как тут пройти-то? Эй! А чё, эй, никого нету там. Эй, эй, пошли сюда. Ладно, хоть фонарик есть налобный. Ну лопата это уже хорошо. Хотя бы... чем-то можно отмахиваться.
стоп, там что-то было, мне показалось. А, это снег так блестел, я это думал, можно взаимодействовать там. Нет, пошли дальше. А вот тут что-то лежит еще. Бензин. Так, ну это нам не поможет, канистра. Ай-яй-яй-яй, тараканы. Канистра прохудилась. Идем дальше. Канистру тараканы сожрали. Так, трухлявый мост. Старый трухлявый мост. Сейчас, как всегда, что-нибудь отломится там. Не знаю. Нет, смотри, нормально прошли. Окей. Так, давай здесь посмотрим. Мне кажется, вот эта дверь должна открыться. В конце концов, кто-то должен выжить здесь. Почему все погибают? Давай, выходи. Хоть девчонка спасется. Надо в доме засесть просто и переждать до утра. В принципе, никуда не выходить. Ой-ой-ой-ой-ой, да вы что делаете? Это лечебница, наверное, да? Потому что... решетки. Ну, правильно, да, надо сюда к ним идти. Ну, раз она ищет Майка, то пошли. Ну, открывай. Давай, все получится. Вот. Все, бросай палку. Лопату только не убирай. Возьми лопату с собой. Где лопата-то? А, вот, все, в руке, нормально. Вот, и Майк как раз здесь борется с ними. Так, 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 тихо, 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 давай. Ну-ка, попади, надо лопатой попасть. Есть. Еще разок. Готов. Все, здесь мой выход. Есть, есть. Давай, давай, пошли. Шустрее, мы хотя бы вместе уже стали с ней. О, по бочкам, теперь точно попаду. Беги! Можно было сразу это сделать, да? Ну ладно, хотя бы так. Опять эта скримота какая-то. Что это было? Шашлычок пожарим? А, вот огонь, кстати, на них же очень влияет. Классно. Их подпалить надо всех. Можно огнем их убить всех. Ты как? А как ты думаешь? Жива, как минимум. Всем пока.